Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 763. Напишите сочинение на одну из тем на выбор. Куда бы я хотел поехать летом и почему? Однажды в детстве. Мой самый лучший день. Моя комната самая лучшая. Зачем нужно ходить в школу? Выберем тему «Зачем нужно ходить в школу?». Жизнь каждого человека связана со школой. Школа – самая удивительная страна. Жители этой страны – мы дети. Большую часть времени мы проводим здесь, в школе. Играем, дружим, посещаем кружки. Но самое главное – мы приходим сюда за знаниями. Приходим учиться. Учиться, я думаю, нужно всем. Если ты не умеешь писать или пишешь, но неграмотно, допуская ошибки, сразу можно сказать, что этот ученик плохо учился или отвлекался, играл, пропускал уроки. Если ты не умеешь читать, считать, то ты, значит, глупый человек, дурак. А кому интересен дурак? Не говорить красиво, не рассуждать, не знает ни одного стихотворения, не умеет писать. Разве можно с таким человеком дружить? С ним неинтересно. Такой ученик подводит всех. И класс, и учителя, и родителей. У него не будет интересной профессии, так как он не сможет учиться дальше. Не сдаст экзамены в старших классах. Я учусь для себя, чтобы стать кем я хочу. Может, бухгалтером, как моя мама, или учителем, как Галина Васильевна. А может, стану юристом и буду защищать людей. Именно учеба поможет мне выбрать профессию, найти интересную работу. С папой мы уже разговаривали о профессиях, но я пока не выбрала, кем стану. Я думаю, учиться нужно для того, чтобы стать необходимым, нужным людям, чтобы родители, родственники гордились мною. Я очень стараюсь учиться. Я внимательно на уроках, всегда выполняю домашние задания, чтобы получать пятерки. Интересно учиться тому, кто хочет много знать. Мы учимся для себя. Родители работают, а я старательно учусь. Это мой труд. Учиться всегда интересно. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.